Одежда со смыслом. В Ивановском художественном музее презентовали новую коллекцию одежды, созданную участниками клуба молодых людей с инвалидностью «Грани» и дизайнерами Ксенией Новиковой и Дарьей Растуниной. 20 образов в спортивном стиле объединяет название «Подводные сады аквалангиста». Глубиной Большого океана мы подразумевали глубину большого внутреннего мира этих ребят. И именно поэтому мы выбрали такую тему. И рисовали совершенно разных всевозможных морских жителей, какие-то невиданные растения, цветы. И главным героем стал аквалангист, который на глубине этого океана растит большой цветочный сад. То есть это как метафора большого красивого цветочного сада внутри человека, в глубине его души. С клубом «Грани» Ксения и Дарья дружат давно. Подводные сады аквалангиста – это уже вторая коллекция. Работа от идеи до воплощения заняла 7 месяцев. Сначала проходили занятия по живописи, затем рисунки адаптировали для ткани. Первым нашим проектом была совместная творческая выставка, которая имела название «Другие берега». Мы представляли, что особенные ребята, они находятся на одном берегу, а остальное общество на другом. И при помощи искусства мы проложили такой мостик, при помощи которого ребята и люди могли как-то больше понимать друг друга и взаимодействовать. Потом была коллекция одежды «Под пеленой дождя», и нам очень понравилась такая форма работы. В новой коллекции в основном трикотажные изделия с принтом, но за счет интересной формы простыми их не назовешь. Создатели коллекции постарались сделать так, чтобы на модели попали рисунки всех участников клуба. Мне очень нравится рисовать. Это помогает раскрыть внутренний мир человека и рассказать об этом другим людям, о своем внутреннем мире. Я очень люблю цветы, и у меня появилась идея нарисовать летающий цветок. И получилось очень здорово. Екатерина Мамонтова – автор сразу нескольких рисунков. Теперь она с гордостью смотрит на результат своего творчества. Рисовали на ватмане, то есть мочили ватман водой и тушь наносили. И это получалось очень красиво. Мы впервые даже вот увидели, даже как красиво получилось, что это на принтах сделали, так на одежде. На сегодняшний день «Другие берега» – это единственный в России социально ориентированный проект по созданию дизайнерского текстиля и одежды по мотивам работ особенных ребят. И вполне возможно, что этот опыт вдохновит кого-то еще. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.